Еврокомиссия выделила 270 миллионов евро на строительство и оснащение школ для 70 тысяч детей из Сирии. В рамках этой помощи будут построены и оборудованы около 100 школ в южных и юго-восточных провинциях Турции. Предполагается, что полученное финансирование также позволит улучшить и существующую образовательную инфраструктуру. С марта нынешнего года Евросоюз уже выделил свыше 2 миллиардов 200 тысяч евро на оказание помощи беженцам в Турции. По словам комиссара по вопросам расширения ЕС и европейской политики, Йоханнеса Хана, строительство школ позволит обеспечить доступ к образовательной инфраструктуре детей мигранта по всей стране. В дальнейшем ЕС планирует подписать аналогичные контракты по вопросам охраны здоровья и социально-экономического развития сирийских беженцев.